В Казахстане на днях упал самолет под Алматы, врезался в частный дом. И такое предсказание у меня было. Я видела такую картину. 15.12.2017 года. В разделе «Казахстан 2018». Плохое событие. Авиакатастрофа. Снег. Маленький домик. Железнодорожный путь. Туда упадет самолет. Приношу соболезнования родным и близким. Все-таки это Казахстан, и как бы это, ну, мой родной Казахстан, и вот такое. И причем это повторяется уже не в первый раз, что перед самым Новым годом падение самолета. Такое, в общем-то, уже было.